Состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, которые в этом нуждаются. Это уважительные причины, дающие возможность голосовать на дому. Александр Горшков – инвалид первой группы, но на избирательный участок предпочитает приходить лично. Пришел, выбрал, исполнил свой гражданский долг. Ну, важно, чтобы у нас в стране все было хорошо. Не хорошо, а отлично. Александр проголосовал на избирательном участке в 9-й гимназии. Здесь все предусмотрено для лиц с ограничениями по здоровью. Консультанты подсказывают и помогают. Вчера был рабочий день, потом в основном на участок прибывали люди, которые находятся в пенсионном возрасте. Сегодня активность избирателей повысилась. Пошли люди среднего возраста. Людям пожилого возраста объясняем, как необходимо провести всю процедуру голосования, подсказываем, как воспользоваться КАИБом, если у них возникают при этом трудности. Значит, в целом обстановка нормальная, спокойная, благоприятная для того, чтобы выборы пошли без каких-либо нарушений. Выборы продлятся до 20 часов вечера 19 сентября. Выбирайте удобное время для голосования и приходите на избирательные участки. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».